Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. К 75-летию народного поэта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской республик Ахмата Сузаева в Государственной национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие. Смотрите наш репортаж. В Государственной национальной библиотеке имени Мальбахова состоялся вечер, посвященный 75-летию народного поэта КБР и КЧР, заслуженного работника культуры Республики Ингушетия, общественного деятеля Ахмата Сузаева. В Большом зале библиотеки была развернута книжно-иллюстративная выставка, в которой наглядно представлено творческое становление Ахмата Сузаева как поэта. Стихи, написанные им в разные годы на разные темы, привлекают философской глубиной содержания и в то же время неподдельной легкостью звучания. А представленные здесь почетные грамоты, дипломы, медали свидетельствуют о признании таланта юбиляра. Открывая торжественный вечер, посвященный 75-летию Ахмата Сузаева, директор Государственной национальной библиотеки имени Мальбахова Анатолий Емузов сказал: «Сегодня мы имеем честь и огромное удовольствие провести в Государственной национальной библиотеке Кабардино-Балкарской республики имени Мальбахова торжественный вечер, посвященный 75-летию народного поэта Кабардино-Балкарии Ахмата Султановича Сузаева. Он по праву является гордостью литературы и искусства нашей республики». Анатолий Емузов, подробно рассказав о жизни и деятельности Ахмата Сузаева, далее подчеркнул: «Я, можно, к сожалению, не поэт, не писатель и не литературный критик. А поэтому не стану анализировать возвышенное поэтическое творчество нашего дорогого юбиляра. Думаю, что это более профессионально и компетентно сделают его собратья по перу, присутствующие в этом зале. Однако не могу не отметить тот факт, что каждая книга Ахмата Султановича – это явление, которое занимает достойное место в литературном наследии нашей республики. От себя лично, от имени коллектива Главной библиотеки республики и многочисленных читателей хочу пожелать нашему юбиляру долгих творческих лет, благополучия, добра и подарить ему двухтомное собрание работ нашего выдающегося земляка, всемирно известного художника и скульптора Михаила Шемякина». Министр культуры республики Мухаддин Кумахов сказал о том, что рад в стенах этого замечательного храма поздравить нашего талантливого друга, который всегда окажется рядом в различных жизненных ситуациях. Поздравив юбиляра, Мухаддин Кумахов зачитал указ главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова: «За большой вклад в развитие национальной литературы и активную общественную деятельность наградить почетной грамотой Кабардино-Балкарской республики Сузаева Ахмата Султановича, председателя Кабардино-Балкарского совета Всероссийской общественной организации
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Город Нальчик, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты КБР Ратмир Ацканов от имени министра Альберта Тюбеева зачитал поздравления в адрес юбиляра. Уважаемый Акмат Салтанович, примите искренние поздравления с 75-летия, 5-летнего юбилея. Вы как талантливый поэт и выдающийся деятель культуры вносите значимый вклад в развитие современной литературы и общественной мысли. Вы содействуете сохранению популяризации богатейшего исторического, культурного и духовного наследия народов Кабардино-Балкарской республики. Широта знаний, стойкость духа, высокая работоспособность, профессионализм снискали вам уважение и признание среди коллег по творческому цеху, а также широкую читательскую известность. Ваш труд в деле возрождения духовных ценностей народов нашей республики, влияние на общественную жизнь трудно переоценить. Ваш вклад в развитие культуры отмечен высокими государственными наградами. Желаем долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и осуществления самых смелых проектов и замыслов. С уважением, министр труда, занятости и социальной защиты на Балкарской республике Тюбеев Олег Васильевич. Сердечным было поздравление от себя и Танзили Зумакуловой уполномоченного по правам человека Бориса Зумакулова. Он, в частности, сказал. Дорогой Ахмат, ты много лет служишь поэзии и республике. И делаешь это достойно, за что тебя уважают как гражданина и ценят как талантливого поэта. Я не буду, как здесь правильно сказал вот мой друг Анатолий Гузирович, вдаваться в содержание вашей поэзии, анализировать ваши многочисленные книги и произведения и давать свои оценки. Эти оценки дали очень крупные профессиональные деятели, знающие толк поэзии и понимающие поэзию. Я только хочу заметить, вот знакомясь воспоминаниями, книгами Ахмата Сазаева, я вот заметил, что Ахмат Сазаев однажды признался, пик творческих возможностей у него – это когда улыбается небо. Очень образно, правда? Так пусть улыбается ему небо еще много-много лет, а значит, он напишет еще много прекрасных книг, и мы это будем приветствовать и радоваться. Поздравляем тебя, дорогой Ахмат Султанович, 75-летием. Смотри на меня и знай, что все через после 75-летия, 75 лет жизнь продолжается. Так что здоровья, счастья и благодарности тебе, дорогой. Ахмат Султанович, я от души поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы еще долгие-долгие годы радовали нас своим даром, даром, данным от Бога. Аллаху мерзю кузагатсы. Хочу для вас спеть песню, которая называется «Твое имя». Ваше имя известно далеко за пределами нашей страны, и эту песню я пою специально для вас. Oh, my God.
Я рад, что не так давно мы с тобой познакомились, но за это короткое время ты много сделал для того, чтобы поддержать меня в моем творчестве. Ни одного моего творческого вечера, который я проводил в республике, ты не оставил без внимания. Ездил со мной по всем районам республики, поддержал и словом, и своим присутствием. Спасибо тебе за это большое. Я после таких прекрасных слов, которые наши старшие сказали, мало можно чего найти сказать, но, Ахмат, в таких случаях желаю здоровья, благополучия. Я тебе желаю, чтобы твой творческий полет он не заканчивался до конца твоих дней. А конец дней, чтобы был он еще далеко, во всяком случае столетия, чтобы мы могли твой ответ. Я являюсь председателем исполкома Межрегионального комитета по наградам «Почетный знак». Значит, ходатайствовал перед нашей организацией о присвоении тебе, о присуждении тебе почетного знака во благо общества, за служение людям с полной самоотдачей, преданностью и колоссальной работоспособностью в связи с 75-летием. С удовольствием награждаю тебя этой наградой. Череду поздравлений продолжил Александр Кислицын, начальник управления по сохранению объектов культурного значения по Кабардино-Балкарской республике. Уважаемый Ахмат Султанович, я хочу сказать, что я не зря назвал его коллегой, потому что мы сейчас чествуем его как народного поэта Кабардино-Балкарии, а он еще охраняет памятники. Это коллега с большой буквы. Потому что, когда я с ним познакомился, мы буквально вот недавно с ним познакомились, начали сотрудничать. И впервые я услышал такие слова. Наверное, здесь есть и слова поэта, есть слова и того человека, который охраняет памятники, который сказал, что памятники настроение имеют, памятники радуются, памятники могут болеть, памятники могут говорить. Ахмат Султанович, я сегодня с огромной радостью хочу вас поздравить с днем рождения, пожелать вам только-только счастья, только здоровья. И недавно мы вместе с вами отметили 50-летие общества охраны памятников. Я хочу вам пожелать, чтобы мы вместе отметили не только 55-летие, но и 100-летие общества охраны памятников. И с огромным уважением я хочу вам преподнести почетную грамоту. Награждается Сазаев Ахмат Султанович за многолетний добросовестный труд, выдающийся вклад в развитие литературы, активную деятельность в области охраны памятников и истории культуры в Кабардино-Балкарской республике в связи с 75-летием. Сказали, что любите писать стихи рано утром, когда начинается новый день и начинают петь птички. Я хочу пожелать вам в новом году, чтобы муза к вам как можно чаще приходила по утрам, чтобы вы могли создавать свои прекрасные творения и радовать нас своей солнечной лирикой. Счастливый мой отец сидит в саду, в листве сияют яблоки над ним. У радостного мира на виду становится он снова молодым. С улыбкой благодарную глядит, как ветви отдают ему поклон, о том, как жизнь прекрасно говорит, усы рукой поглаживая он. Хотя давно снег старости покрыл и бороду, и волосы его, вновь молодым себя он ощутил, попав на спелых яблок торжество. У яблони прошу, красотой своей отцово сердце осени, над сетью наклонись морщин густой, их прочертили прожитые дни. Созрели яблоки и в этот год, отец от счастья сызнал.
небесного расцвел. На каждый наполненный солнцем плод он смотрит, словно старость поборол. Ахмат Сузаев сделал очень много для созидательного движения нашей словесности, подчеркнул председатель правления Союза писателей Кабардино-Балкарии Муталиб Бипаев. Далее отметил. Его творчество ценили, почитали такие метры патриархи советской литературы, как Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Керим Утаров, Адам Шагинцуков, Танзиля Зубакулова, Лев Озеров, Эдуард Нежелайдис. Стихи балканского поэта с удовольствием переводили на русский язык мастера своего дела Лев Озеров, Лазарь Шерешевский, Георгий Рапольский, многие другие. Муталиб Бипаев вручил юбиляру почетную грамоту правления Союза писателей Республики. Уважаемый Ахмат, я сегодня очень горд тем, что выпала честь поздравить такого замечательного человека, которого я сильно уважаю, с таким юбилеем. Поздравить от имени главы администрации, от имени нашего коллектива, могу сказать, и от имени жителей нашего района. Потому что вас в нашем районе любят, уважают. Дай-то Бог, чтобы, честно слово, сегодня мы спорили, сколько же ему лет. Все говорили, 65 лет. Дай Аллах, чтобы у нас была возможность вас поздравить, когда вам исполнится 100 лет. Бог лет жизни. Вы у нас не только являетесь народным поэтом, вы наша честь, совесть нашей фамилии, вы лицо наше, вы являетесь главой нашего рода. Поэтому от всех Сузаев я сегодня здесь хочу поздравить Ахмата Султановича. От имени главы администрации поздравить Ахмата Султановича Сузаева. Это от имени главы администрации городского города Нальчика. От имени местной администрации городского округа Нальчик поздравляем вас с юбилеем. Искренне желаем крепкого здоровья, радости, благополучия и дальнейших успехов. Глава администрации Алагаев. Мерекимнеда иги билген, кимнеда иги көрген, анам. Мала ак сүтүн биле берген, тау жүректе берген, анам. Дайым мені біргенме келген, иги аңлатып тұрған анам. Қуанчымда жап-шарық күлген, бұшуында жылаған анам. Жашауда маңы адам етмес, игілікне ет алған анам. Жолында маңы адам бермес, қуаншылада бере алған анам. Маңа күш болып келіп тұрған, мені қарулы еткен анам. Сені біля шығам атауға, анам, өлмезлік ақылманым. Ахмата Сузаева с юбилеем также поздравили историк-архивист Сафарби Битуганов, главный редактор балкарского вещания радио Мухтар Буттаев, редактор музыкальных программ телевидения Первой КБР Кулина Асанова, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии Светлана Мутаева. На этом торжественном мероприятии приняли участие и внуки Ахмата Сузаева Султан и Марьям, которые прочитали стихи своего любимого дедушки. Мені талча бейік тілім, жарап күнча тейіп тілім, қайтып-қайтып туып тұрған, жоқ болмайын тұрып тұрған, өмірліден өткен тілім, бізні ұлу өткен тілім, сыйлы Аллах берген тілім, бізді мүлет деген тілім. Болгарский лучин. Ты словно символ нашего народа, как солнце жаром пышущий лучин. Служа залогом, что грядет свобода, согревая нас среди степных равнин. Ты на руках у матерей балкарских рождаешься промасленных хачин. Достоин ты, чтоб
и в стихах, и в сказках звучал такой торжество зачин. Хотим болгарским, ты зовешь от века за главным блюдом нашего стола. Ты щедро даряешь человека добром и силой сытого тепла. В свою очередь Ахмат Сузаев выразил благодарность всем присутствующим и организаторам этого мероприятия. Я счастлив, я вас всех благодарю. Дай Бог, у вас в вашей жизни будут побольше дней неплохих, чем вот этот сегодняшний день. Я хочу здесь прочесть Кайсина 8 строк из его книги «Дянка Китап. Новая книга». Он обращался к земле, Балкарии. Хан тузунгу балынгыда татуларын білеме, кыргыны карынгыда жерем малтайын келеме, салам береме карташка, мақтайма чий балынгы, мұлы топырақ жамышқан сабан ағаштары. Яшасын ла! Дорогие друзья, программа «О главном» и не только продолжает свою работу в эфире. К столетию со дня рождения Омара Магомедовича Отарова в республике состоялось несколько мероприятий. Одно из них – открытие мемориальной доски у Дома радио. Смотрите наш репортаж. Столетию со дня рождения поистине народного певца Омара Отарова, ставшего для многих поколений символом порядочности, честности, отзывчивости, трудолюбия, была открыта мемориальная доска у Республиканского дома радио, где проработал всю жизнь. На торжественное открытие мемориальной доски пришли представители правительства и парламента республики, представители администрации города, родственники, почитатели таланта Омара Отарова. Открывая торжественный митинг, министр культуры Мухаддин Кумахов сказал: «Добрый день, дорогие друзья! Я думаю, что для каждого из тех, кто собрался
здесь этот день знаменательный. Знаменательный, потому что мы сегодня соприкасаемся с личностью, с историей одного из величайших деятелей культуры и искусства нашей республики Омара Матарова. Для кого-то звание это превыше всего. И этот человек делает все для того, чтобы иметь эти звания. А вот Омару эти звания не нужны были. Достаточно сказать «Омар», и наши все мысли сразу идут к Матарову. Потому что более вдохновенного, более преданного своему делу человека найти очень было трудно. И каждый подтвердит, кто сегодня стоит и знал его, его мягкость, порядочность, его желание быть полезным. Он, вот сколько я его знал, я ни разу не видел, чтобы он громко сказал слово. Он всегда был степенный, он всегда был с уважением к каждому, будь то взрослый, то, будь то ребенок. Он всегда ставил наравне с собой каждого своего собеседника. И вот эта доска сегодня подтверждение тому, что каждый, кто будет проходить и видеть имя Омар, хотя бы будет стремиться к тому, что делал Омар, к прославлению культуры своего народа, к продвижению этой культуры. И, конечно же, имя Омара всегда вас будет сопровождать, я уверяю вас, потому что его деяния будут жить вечно, потому что остался его голос, голос, который каждый день вещает из радио, напоминая нам о том, что есть история, есть культура, и благодаря таким людям эта культура развивается. Депутат парламента республики Борис Паштов в своей речи сказал о том, что Омар Отаров был поистине первопроходцем, который по крупицам собирал культуру своего народа, был хранителем этой культуры. Далее подчеркнул. Безусловно, печально, что его с нами нет, но в то же время, особенно вот я отношусь к тому поколению сейчас, которое будет говорить, мы его видели, мы его слышали, мы с ним общались. И вот, наверное, наша теперь задача, тех, кто видел его, этого удивительного, действительно, Мухадин, ты прав, здесь удивительно сам по себе гармоничный человек, очень скромный человек. И вот наша задача, наверное, молодым передать его, не просто его творчество, творчество они прочитают, все это они как-то там услышат, записи есть на радио. Но вот рассказать о человеке, это, наверное, наша задача, и передать это как человека. Поэтому, безусловно, важно, что сегодня его имя будет на одной из центральных улиц Балкарии, города Нальчика, центральная столица нашей республики, будет воплощено. Но еще раз говорю, наша с вами задача сегодня помнить этих людей, чтить и передавать их наследство молодому поколению. В этом доме Омар Магомедович был нашим коллегой. В этом доме он был для нас заслуженный, уважаемый тамада. Если говорить о профессиональной деятельности, песенное искусство карачаевцев и балкарцев он поднял на ту высоту, которой оно было достойно. Достаточно даже вспомнить, вот в 50-е годы, в начале 50-х годов, во время депортации, когда впервые по радио прозвучали песни Омара Отарова, по существу это явилось символом духовного возрождения нации. Популярность, конечно, была неимоверна. Мы недавно побывали в Карачаево-Черкесии, там проводили фестиваль его имени. И один из тех, кто пришел на этот концерт, подошел ко мне и сказал, что вместе с будущим парторгом, вместе с директором совхоза, говорит, мы его пригласили, говорит, в село. Он приехал, говорит, моментально весь разошлась, люди собрались, на улице установили даже микрофоны, говорят, чтобы слышно было. И вот один старик, который был болен, лежачий больной был, по существу, наверное, та же последняя воля, говорит, его была. Он попросил, говорит, своих внуков, чтобы они помогли добраться до клуба. Они буквально в смысле слова это принесли его туда. И этот немощный человек, забыв про свою болезнь, 2 часа, говорит, слушал его. Поэтому, бағалы қарындашларымыз, егешлеріміз, бір-екі сөз айтайым, Таучада.
sürgünlü kıyın yıllarında bu adam kesini yüreğin açığa sıyırtmağalı. Lekte geldi kıyınlık görgünün dışında rağla jalgan da bula oturt kaldı etkilerini tutmakka. Andan da beri kaytıp gelip ol adam betine karasan nürra. Her tübügen adamla bir ilgilik bir aşkılık tiler edi. Arif söz aytır edi. Söz şuma manga ol adam адамлыкны, игиликны, ашкылыкны, кишиликны белгиси чакалганды. Так что, уважаемые, я просто от имени работников радио хочу всех вас поблагодарить. Уважаемый Омар Магомедович, вас помнят, вас чтут, ваши песни звучат ежедневно в эфире, и у вашего песенного источника утоляют жажду сотни и тысячи людей. Умар Магомедович не только первый, не только вечный, не только известный, сказала Мария Котлярова, но это человек, чья скромность равна его величию. Далее отметила. В то время, когда работал Умар Магомедович, он выполнил сразу несколько функций, которые сейчас трудно представить, что может совместить в себе один человек. Потому что он явился не только собирателем, не только исполнителем народных песен, но, что самое важное, его можно назвать просветителем с большой буквы. Потому что, исполняя героические песни, или обрядовые, или шуточные, всегда в этих песнях он возвращал народу его историю. То есть он выполнил еще функцию историка. Другое дело, как молодые поколения историков подойдут, как они будут трактовать это все, но... Потрясает вообще воображение, то, что еще будучи мальчиком, он уже знал наизусть около 100 народных песен. То есть это не просто человек, которому нравилось петь, это, наверное, миссия, которая предопределена была ему с самого раннего детства. Везде пишут, что он знал где-то около 500 песен. То есть это не просто память, это, наверное, человек созданный для того, чтобы быть хранителем чего-то очень важного, очень большого для народа. Омар Магомедович... Он не только первый, но он и неповторимый, и он никогда не утратит своего значения еще по другой причине, потому что то, что знал он, то, что пел он, оно познакомило других людей, другие народы с культурой, которую несут в себе и несли в себе балкарцы. Я о нем... очень много писал, и действительно здесь удивляться многому приходится. Вот он по Терешковой улице, где жил, что бы он ни делал, я часто бывал, он все равно пел. Человек не летает, мы знаем, человек не птица. Но Умар, когда пел, он летал. Аллахи летал он. Он бессмертный какой-то полет был у него. И поэтому... Я в своем стихотворении сказал: «Сен жырлайса, жүрөктөгү күн түйдүрө, көплөнү, миңлени, умутларын толтура, энди Омар, сен халк жырга ушайса». Ол жырны айтады өз миллетин. Я сказал: «Ты поешь, сердца освещая, Умар, и в наших домах светлее. Ты теперь, Умар, похож на народную песню, а эту песню поет твой народ. И будет поколение будущее будут петь эту песню». К сожалению, я не могу сказать, что лично был знаком с Умаром. С Умаром я знаком по его творчеству, по его песням, по воспоминаниям людей, которые с ним лично общались. И когда мы говорим об Умаре, вот здесь тоже это обратил на это внимание, у нас немного в народе людей, которых достаточно просто по имени сказать: Кайсын, Умар, Мухтар. Это люди, которых, называя по-доброму, так по-свойски, люди уже знают, о ком идет речь. Умар человек, который, уникальный, человек, который наизусть знал более 500 песен, человек, который собрал эти песни. Конечно, говорить о нем много можно, и один момент я хочу привести: его значимость, его авторитет. Мы проводили конкурс народных песен, и, начиная конкурс, собралась молодежь, школьники, студенты. Начиная конкурс, мы хотели начать с ролика, с песни Умара,
И как только запустили ролик, как только прозвучали его слова, весь зал, а там где-то 350-400 человек, все встали и стоя прослушали Умара до конца, и еще минут 10 аплодировали. Вот это показатель народной любви, того, что не только старшее поколение, но и молодежь Умара знают, любят и ценят. От имени рода Отаровых Амаш Отаров поблагодарил всех, кто был инициатором открытия мемориальной доски. Поблагодарил, кто пришел сюда, за добрые слова, сказанные в адрес незаурядного Умара Отарова. Я ему однажды задал вопрос. Уважаемый Умар, как вы можете столько песен наизусть знать? Он мне ответил так коротко. Когда ты народ любишь, и когда ты пострадал за народ, соответственно, ты эти песни никогда не забудешь. Поэтому, если хочешь, я могу при тебе петь до утра все старинные песни. Он не только был популярен здесь, он был и в Азии популярен. В прошлом году я ездил в Казахстан и в Киргизии был. А в Киргизии был я в Национальном университете аграрном. Когда я зашел к проректору по науке и представился ему, и фамилию сказал, он вспомнил Умара Отарова. Я вам скажу правду, он включил ту песню, которую он на киргизском языке исполнил великолепно. Поэтому вы все прекрасно, наверное, даже лучше знаете, чем я, его популярность. Итак, торжественное открытие мемориальной доски Умару Отарову и возложение цветов. Омарын әске түшіріп, әні жүз жылығы бұла байлан бұла бұлайды әтілі тұрған ішке. Кім де қуанып шалайды, сау болсын, бішіні башылаған адам. Әне жүресең, Омар, біздің милетіні, құры милет, біздің милетіні ғай, қалаттың әлқар мұ дейсе, қарачай мұ дейсе, Қапказ батышы, түрк тілі милетіні, әні қалқтаны барында инағы еді. Түркте ме дейсе, арабта ме дейсе, бүгінлікте аны жырына тыңғыламаған. Анатын айтқан жарын заман дөрге қолпмаған бір кіші де жоқ, бір зат та жоқ. Ол сәбептен Омар құры жырлары бұла кесін атын айттырған ғой, бізді милетін атын айттырғанды. Аны жырларында милеті бізді тарихы барды. Аны жырларында бізді милетін әдеті төресі барды. Ол сәбептен аны жырларыны сөбіле Kış kralladı okuna, bizni milletini, adeti, töresi, tarihi, adep kılığın amısı bula şağrayı olan bir tüyü var. O sebepten o marçı adamlarımız, çağa varsın la, dünyada bizni halkımızın arasından. Bardıla bu saatte de cırlağan adamla, Allah da kullandır Allah, Allah da halkın adına aydır çalayalım. С Амаром Магомедовичем проработали очень много лет. И, наверное, как никто другой, мы знаем, что он за человек. Что он за профессионал, это знают все. И в Карачаево-Черкесии, весь Кавказ, я думаю, знает. А человек он нам был как отец, потому что нас он называл «мои девочки», «доченька». Вот только так он с нами обращался. Всегда нас отстаивал во всех ситуациях, всегда защищал. Везде, вот, на любых уровнях. Мы его обожали просто. У нас вот было обожание к нему. И как вот... Как отцу, действительно, как отцу, он нам сколько мы лет проработали, может сказать, дорогу в жизнь дал. И еще что хочется сказать насчет его профессионализма. Песни же старинные, они длинные, долгие. Он в одной тональности, это каждый профессионал поет. 24 куплета он мог спеть, ни на йоту не отойти от тональности. Это надо... потрясающий слух иметь, чтобы это сделать, понимаете? И он это делал, и ни разу он мог не ошибиться, потому что если одна ошибка, мы заново с самого начала писали. Тогда такой техники не было, как сейчас. Ты хоть с полуслова начинаешь сейчас писать. Я считаю, он
великий человек, и я счастлива присутствовать здесь. И вот счастлива, что вот именно там, где нужно ему эту мемориальную доску открыли. Мне посчастливилось работать бок о бок с самыми мэтрами нашей Габардино-Балкарии. Конечно, Умар Магомедович – это величина огромнейшая. Он был бесконечно добр, имел сильнейшее влияние на молодежь. И, вы знаете, мы всегда ощущали какое-то вот его защитное крыло, наверное, так. Он был героем своего времени, и по сегодняшний день для всех, для нас остается легендой нашего времени. Сегодня Герцебле, да, бізді бітуді Малқар халқымызға, Қабарты Малқарға, құруда Қабарты Малқарға деме келе, бітуді Қарачай Малқар дүнияға, түрік дүнияға, дек зарық насыплы бүкін әді. Атылғаныса, зарық болғаныса, зыл әткені сүнді. Аллай зарық байрамды, бізіне ақылманымыз, бізіне айтықыл адамымыз. Малқарны зігіт зашы, отарланы, омарны бергілеп, республикада одаушылары байда, қаңғана салы да, сейлі қаңғана салы. Омар байда зылла бұла үшлеп, зырларын айтып, халыққа, дүнияға бергілі болған омар біз. Бүгін Лайда сыйлық аңгана атылады. Бізіне сөзімізді дүнияға іштірген адамды, Аллай адамды біз қолай азымызды тұтарға керекміз. Бүгіне бек разы болып қуанып, бұл байрама келгеміз, бұлай байрамларымыз, омарына сыйлаған, халқын сыйлаған күніміз көп болсын. Көлден шығып барабыз, ойрау, ойрау, ой. Нар көрізмеге алыбыздады, ойрау, ойрау, ой. Оны жүреге қаныбыздады, ойрау, ойрау, ой. Ан өктемлеге барыбыздады, ойрау, ойрау, ой. Қорлы таулаға біз терк етер біз, ойрау, ойрау, ой. Домайла қырып біз келтірлік біз, ойрау, ойрау, ой. Ұлы Қобаннан біз терк етер біз, ойрау, ойрау, ой. Қаран оғайда чарыш етер біз, ойрау, ойрау, ой. Нар татла жерні титіретелі, ойрау, ойрау, ой. Жұлдызлы көкке ұшып кетелі, ойрау, ойрау, ой. Әлия қанаты башыбыздады, ойрау, ойрау, ой. Нар жолыбызны ол жарытады, ойрау, ойрау, ой. Сару өк суыну бойнын сақлайды, ойрау, ойрау, ой. Нар тілеріне тамшы таммайды, ойрау, ойрау, ой. Куғын қазау атма дәу болықты, ойрау, ойрау, ой. Суызла саулай қаннан толықты, ойрау, ойрау, ой. Нар садақлары күбе тешелі, ойрау, ойрау, ой. Нар сылпынлары келеу кеселі, ойрау, ойрау, ой. Нар қалалары біз өктен туралла, ойрау, ойрау, ой. Нар телілені жаудан сақлайла, ойрау, ойрау, ой. Домайуында солу болмайды, ойрау, ойрау, ой. Домайуында атын тоймайды, ойрау, ойрау, ой. Әлия болсын бізге жол берлік, ойрау, ойрау, ой. Қара қарғауа бізге күч берлік, ойрау, ойрау, ой. Қолан
тұя қа жер чыдамайды, ой ра ори ра ой. Олан тұяғы жерге батмайды, ой ра ори ра ой. Жем ұдатланса жер титірейді, ой ра ори ра ой. Мінні тауыннан бұзла түшеді, ой ра ори ра ой. Чуана сыртында садақ атарбыз, ой ра ори ра ой. Итіл бойнында боза тартарбыз, ой ра ори ра ой. Қазаватқа тұрғанбыз, ұлы таула бояла қызыл қанға. Алан халқы бірден болып қалқанбыз, күбеле да болғана мұтар қанға. Теңіз ұғу өзеліге жеткенде, алтын шашлы кек көзлі қайдасы, күбелені қылышланы жылтыраты. Барырбыз өзеледен теңізге, алан халқы тебіре жор қолға. Қонақ байны жолы бошту деп қойса, отсалырла тау башында құлызға. Алан қаннан толған қадар жүрекler, қара қанлы қыбышыла тоқтағы. Алан халқы бірден болып сүйелшек, мұрдар қанды теңізледен емір біз. Ей алалла, кім базыныр бір болсақ, алан түзге ұлы көлі біз болса, қара қанлы сары өкле жетерлі. Қожанлаға чигіншіле бітерлі. Хей алалла, ант етейік бір болып, алыбыз түз артымызда тау болса, бір етекли екі төппе сау болса, алан түзде қара қанлы оңдырмақ. Қойларыбыз отларла жайлықлада, қыбышыла тешерлі ауылықны. Бізні қызла екі ешме атарла, ұшымларын жылтырата батырла. Көк күмменде қысылғанды тойлада, ақ күлменде кейілгенде отауда. Бал жағайы қалан қызға хей маржа, Құқтыланы қадырла қыз алалла. Ей алалла, қазаватқа тұрғыз, теңізлілер
Чечни жерламага таулада атлайет мен бисаулыкта жашырдым кара койла сойылурла куанчта эй алла сак болго таулада келип калды кара күн ой жарланам барабыз теңиз капка өрө хожам бутуладан толмасын бирге башы алан түздө болмасын күндө батар таңда атар өзенде биз келербиз алан картласаклагы көбелейге сүзүлөрбүз кубана аналага баш урурбуз каплана Эй, эй, аче даулу, ачемез дейді ой. Ай, ачемез а, ой. Ай, Кырымнан акелген Кырым хан, ой, орайда. Эй, эй, ачемезге хапар сорады дейді ой. Ай, алая сорады. Кемез тау ичтери тармылла ой ховорайда эй эй а кемез тау ичтери тардыла деди ой ай алая тардыла ай мындава атка арпа бермейле ой ховорайда эй эй Seni kibik eski kanlı itge körmeylem Ay alaya körmeylem Ay ola kanla bir de açutu gendi Hoy havarayda Hey hey açemez sena cengil bolasa dedi oy Ay alaya bolasa Ay açemez akesi eçki başladı Oy havarayda Hey hey açemez ni katın çıkacan ölmez deydi oy Ay alay ay can ölmez Ay can ölmez arif karılgaç kaşladı Oy havarayda Hey hey Çemez katının kan tileydi deli oy Ay alay ay tileydi Ay bir keçege anı kaplugun derdeydi Oy havarayda Hey hey kanımız nasıl köreyik dedi oy Ay alay ay köreyik Dünya bilgenden teyri bile kandırdı Oy havarayda Hey hey tireni de konşunu da yatma koy dedi oy Ay alay ay yatma koy Ay yatar köşeğine kalkma koy Oy havarayda Hey hey açe da Açemez deydi oy Ay açemez ahoy Ay sıngırını buzu verittin oklağa Oy havarayda Hey hey yar ucan ölmez ne kalay verese deyle oy Ay alaya ver
келгенде жоклага ой орайда. Эй, эй, арю жан өлмезни берип сен чыксаң деле ой. Аялайда сен чыксаң. Ай, сени санамадлама адамладан жоклага ой. Çemelni katın çığılcan ölmez deydi oy. Ay alay ay can ölmez. Ay eki okta birden tiymey kan ölmez. Oy havurayda. Ey hey ya çemeza dünya gaytılgan batırdı deydi oy. Ay alay ay batırdı. Çelada tavuşsuz kog atıldı. Oy havurayda. Hey hey yok ti geldi yeşinin kenginden deydi oy. Ay alay ay kenginden. Ay kanın baradı kan tübeni kenginden. Oy havurayda. Yatalmadın can ölmezni koynunda deydi oy. Ay alay ay koynunda. Ay mıllıgın yatadılı çeketni boynunda. Oy havurayda. Hey hey kanını saldırdıla balas çanağa deydi oy. Ay alay ay çanağa. Olsun açemezni tapkan anağa oy havurayda. Hey hey kanlı mıllıgın eltile kart bir çege savgaga deydi oy. Ay alay ay savgaga. Ay seni gavun karasın ol çün köndülende bolgan kavgaga oy havurayda. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Будьте счастливы!